Всем привет, друзья! Сегодня мы продолжаем играть Assassin's Creed истории Коннора. И мы будем продолжать на корабле. Сейчас подойдем к капитану. Давай, что у нас здесь? Вася, что у нас здесь есть? Что можно пройти? Мутные воды, несравненный. Сейчас. Ха, можно пост. Так, что у нас занимает заря? Убежище Бидла, давайте пройдем. Что же там у нас? Что же нам предстоит сделать? Пам-пам-пам-пам. Идет загрузочка. Грузочка. Карибское море, 1778 год. Ну, друзья, днем, не как в том видео, в других видео была ночь. Душа будет прикольно видно. Так, это я, че там у нас? Где там? Че там, не вижу, ну поближе делай-ка. Че ты птиц смотришь, дебил, а? Чем тебе птицы смотреть? Вы его видите, сэр? Тьф, конечно, видел. Блин, у меня бинокль одного только есть. Что скажете? Идем на север. Слышали, нет? Эй! Держаться! Скажи, идем на север, повторяй что-то. Следуйте окрестности. Сейчас, конечно. Чё так медленно идем, как тормоза? Давайте половину, парни. Полпаруса. Вообще не двигались, блин. Ну чё там вы? Все ночканцы по местам к бою! Какой бой, ты чё, где? Пушка! Какие пушки, блин? Вы чё, где? Какие пушки? Где корабль-то? Тогда сразу целимся. Давай в камни пока долбанем. По сигналу! Тьф, конечно! Бля, вот урод! Зарепить все! Убрать парус! Зарифить все. Давай. Тварюга, давай. Давай. Огонь! На тебя, скотина. Надо развернуться, друзья, надо. Бля, цель потеряна. Ну а походу надо было за ней ехать, друзья. Да, и плыть, да. Так, понятно. Теперь понял, теперь надо. Дать пол паруса. Давай на всех парусах. Эй, всех пушка! Так, подожди, сразу выберем эти долбаные энти. Каленые ядра! Каленые ядра самые они такие эффективные, они едут. Короче, с ними замочим и нормально. Так. А тут красиво, ё-мо, отдохнуть можно. Друзья, может, ну нахер эти корабли, выйдем тут, позагораем. Урота. Так, дальше поехали. Туго. Скалы! Да вижу, блин. Дерьмо. Не потоплю, не ссы. Ты
О, нормальный видок такой. Еще сократите. Сократите. Я все уже. На полном ходу еду, вы че? И что же этот хитрец затеял? Будьте осторожны, капитан. Тут наверняка что-то не ладно. Полный ход на всех парусах! Куда же вы? Нам нужен Рендаль! Какой Рендаль? Ну давай! Дело плохо! Линейные корабли и немного! Дерьмо! А чего мы его даже догнать-то не можем? Я знал, что не все так просто! Блин! Подождите, сейчас что-то новое, сейчас мы это... Значит, будем драться. Цель потеряна. На абордаж, других на дно. Ага, на дно. Давай, на дно делай. Че за бред-то? К бою приготовиться! А, мы типа сначала начали? А вы где? Кого бить-то? Подожди, что там у нас? Основная задача. Бля, ничего не написано. А вон они. Давайте поближе тогда. Эй, Вася, давай. Я начну эту грёбаную цель догнать. Да их двое, ща они утонут. Какая армада, блин, два всего лишь. И он атакует нас, плохо дело, капитан. Сейчас мы тоже рванем. Значит, будем драться. Рендов на абордаж, других на дно. Понял, да? Давай, Вася. Артовой стол! Чего вы каленые ядра не взяли, дебилы, а? Подожди. Каленые ядра же. А, панно надо выбрать. Давай-ка, давай, сейчас мы тебя. Блин, а. Скотина. Бля. Давай. Эй, мазила. Из Нижнего Тагила. Гребаные волны, а. Блин, а обратно ночь начинается. Долбанная ночь. А-а-а! Дерьмо. Ты из-за тебя, блин, корабль дебильный, а. Давай хоть так, что ли. Давай-ка, давай. Давай, ништяк, заряжай уже, блин, мудила. Давай, 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 надо заворачивать. Блин, скотина, ну. Давай, 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 во-во-во-во-во, еще. Еще надо, еще, еще. Че, берегись, конечно. Подожди-ка нас тут. Давай. Волны мешают. Херли по сигналу твои два орудия. Че сделают они? Давай-ка вот это свой, заряжай-ка долбанный. Все, когда будем выше. Давай! Ну блин, вот тут ничего не вовремя, вон так делал. Давай, вали! Что так мало, у нас что, картичи мало что ли? А, пару людей сдохло.
О, скотина, на, блин. Самая тупая, наверное, тут такая эта. Я вот не знаю, чем стрелять здесь. Подожди, давай, заворачивай к этим уродам. Ну и в ту попали. Все, нам хана, походу. А подожди. Я придумал, что сделать, друзья. Стреляем кипенелями. Ай, книппели, да. Понял. Сейчас мы их уничтожим. Давай. Давай, Вася, давай. Огонь. Эх, не туда чуть-чуть. Давай. Да я знаю. Нормально сегодня погода будет, нет, блин? Противный ветер! Да вообще не то слово, противный ветер, блин. Но. Тот корабль должен сдохнуть уже давно. Куда же вы? Нам нужен... Да подожди, Сэм Рэндольфом. Че, без него не мог, что ли? Влюбился, что ли? Не туда же улетели. Во-во, нормально. А чё нормально, нам хана ща. Сейчас, подожди, давай. Всё, блин, дерьмо. Хрен пройдешь так. На волнах. Ладно, попытаемся еще раз, друзья. Мы же, блин, на корабле. Джек Воробей сам бы сказал. Давай, чего это, блин. Возьмем кипенели. Как там? Кнепели. Кнепели, точнее, кнепели. Линейные корабли, это херово, брат, да, давай. Я знал, что не все так просто. Да вообще не просто. Плохо дело, капитан. Давай, сколько сможем, я не знаю. Значит, будем драться. Рэндольф на абордаж, других на дно. Давай, подожди. Несы, Вася, Маруся. Давай-ка. Подожди ты. Давай. Давай еще тормоза. Перезаряжайтесь быстрее, блин. Давай. О,
Нормально, сейчас и вот этому тоже будет. Давай. Нормально. Урод, а. Есть, все, у тебя парусов нету, скотина. Ну, все, че. Нормально, сейчас будем у тебя. А, блин. Нормально, да. Так, друзья, еще остался гребаный третий корабль нам захерачить. Давай-ка. Во-во-во. Подожди, надо, друзья, поближе. Давай-ка. Да я вижу, где он там. По моему сигналу, Вася. Огонь. Блин. Давай перезаряжайся, мудила. Быстрее. Во, давай. Во. Давай перезаряжайся. Надо им мачту сломать, долгребанную. Все, друзья, на абордаж идем. Абордаж, быстро. Сейчас всех порешаем здесь. Что там берегись, блин? Сейчас мы вам захерачим обычными ядрами. Раз, два, три. Давай. Мочи. Ой, французы, вы чё? Огонь давай, огонь. Уфу-фу. Друзья, вроде я... Я так понял, что у нас вот это осталось малой жизни. Так, нормально. Еще я там постоял, вообще хана была бы. Так, ладно, погнали. Все на дно кораблик. Так, ладно.
возьмем-ка мы каленые ядра. С ним, я думаю, сейчас мы быстрее вон то дерьмо потопим. Огонь! Так, давай-ка еще. Еще, братан. Огонь. Во, ништяк. Куда же мы? Нам нужен Рандальф. Не, по нам не попадут, не очкуйте. Хотя бы вот так пока долбанем. Так, давайте. Бам. Все, ништяк. Ну что, друзья, мы едем. Плывем за Рэндольфом. А не, блин, какой плывем. Нормально. Захватите Рэндольфа. Огонь. Друзья, походу у нас будет новый кораблик. Вот это нормально. Подожди. Ну чё, Вася, давай. Захватывай наш мощный корабль. Только на это. Прикрыть нас Спартак-Дека. Давай. Погнали. На тебя, скотина. Где я-то, ёшкин? А. Бейте Николаса Кидла. Чё, типа это файт, что ли? Что ты можешь? Чё я могу? А чё я могу-то? Твоя жажда справедливости, убога! Подожди, а где у меня оружие-то? Из своей деревушки. Подожди-ка. Даже важно, чё за дерьмо. А что с управлением-то, не понял? Друзья, какая-то херня, короче. Какое-то дерьмо происходит. Так, это пропустить? Так, зайдем в управление. Что-то я не понял юмора. Ай. Атака. Но. Теперь у меня топорочек есть.
Во-во! Чё ты сказал? Иди сюда! Ладно так, друзья. У нас же есть... А где у нас меч? Почему меча нет? Инструменты. Какие инструменты? Вот это хреново. Какая тухлая у меня бойня здесь с этим капитаном. Чё ты не бьёшь-то, дебил? Давай его мочи. Хе, блин, я пристрелил его. Пипец, прямо это. Сюда, скотина. Я подзаряжусь пока. Подожди, дай подзарядиться. Да ну. Блин, что за управление такое дурацкое? Не, жизни мало, друзья, я сейчас сдохну нахрен. Понял, да? Я хитер, я тебя сейчас убью. Блин. Что ты можешь? Уже ничего, походу. Иди сюда, скотина. И дорого заплатишь за то, что ты сделал свое. О, нормально. Че ты? Ты уродец меня задолбал, а? Зашибись. Панул, что ли? Ладно, друзья. На этом я видео заканчиваю. Пишите комментарии, что там можно пройти, что там можно пройти, как. Может, я что-то неправильно. Продолжим в следующем видео. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.